В Бразилии более 3 миллионов человек вышли на улицы крупнейших городов с требованием отставки президента Дилмы Русеф. Митинги прошли во всех регионах страны и даже в нескольких соседних государствах. Их символом стала желтая игрушечная утка, которая напоминает о бразильской поговорке «платить за утку», то есть платить, не получая ничего взамен. Недовольные граждане обвиняют президента в коррупции и расхищении бюджетных средств, а также неоправданном повышении налогов, что привело экономику страны в упадок, а людей к нищете. Вспомнили демонстранты и об экс-главе Бразилии Лулу да Сильвия, которого также обвиняют в присвоении государственных денег. Коррупция – это самая большая проблема нашей страны. Люди больше не могут терпеть. Мы считаем, что должно быть проведено расследование и вынесено судебное решение. Никто не должен выходить за рамки закона, независимо от должности. Те, кто нарушил закон, должны получить по заслугам. По данным полиции, масштабные акции протеста прошли без серьезных столкновений. Единственный эпизод, потребовавший вмешательства сотрудников правопорядка, произошел в Рио-де-Жанейро. Среди демонстрантов оказались 3 сторонника действующей власти. Митингующие к их появлению отнеслись достаточно агрессивно, и во избежание беспорядков троицу увезли на полицейской машине. Сама Русеф уже заявила, что не согласна с митингующими и не уступит их требованиям.